В общем, говорит, друган, ты же, говорит, на 5 дней, говорит, для начала забронировал, говорит, твою, говорит, короче, квартиру, ну, там, сняли люди, поэтому, говорит, ты там в виллу, говорит, переедешь, говорит, там, на пару дней, потом сможешь на квартирку вернуться. И вот иду посмотреть, что такое вилла. Хрен его знает, что это такое. Так. Квартирка хороша тем, что там бассейн прямо на входе. Дай-ка я здесь разуюсь для культурности. Так. На пару дней, говорит, переедешь, говорит, в виллу. Ну, кондиционерчик есть. Кухонька. Маленькая, конечно, но есть. Плита 4, конфорочки. Чайничек. Стиральная машиночка, автомат. Фильтр. Ну, там, чашечки, тарелочки, микроволновочки. Вот это все дело, как полагается, все это дело есть. Холодильничек большой, чтобы я мог лед охлаждать для рома. И так, ну, роутер, соответственно, телевизор не особо большой. И, судя по всему, есть второй этаж. Ну, сейчас на первом посмотрим, что здесь есть. Что у нас тут прячется на первом этаже? Опа! Туалетик! Привет, дорогой зритель. Туалетик прячется, душ, туалетик, культур-мультур, спаленка. Такая. Ну-ка. Опаньки, опаньки. Нет, что-то я не то сделал. Вентилятор сверху есть, кондиционер есть. Симпатичненько, все хорошо. Ну, вид из окна, конечно, не ахтайбан. Ну, да ладно. Так. Что у нас? Второй этаж. Топ-топ-топ-топ-топ. Попасть на второй этаж. Наверное, надо придется все-таки соглашаться. Ну, что делать? Вилла так вилла. Ну, что делать-то? Тут постелечка. Чмок. Балкончик. Ну, там, выйти покурить, там, не знаю, там, пивасика попить. Ну, тут парковочка. В общем, культур-мультур. С крыши могут дикие обезьяны прийти. Поэтому лучше, наверное, конечно, закрывать. Так. Что у нас тут прячется? Второго туалета нету? Нету второго туалета. О, не, ребятки, я вас обманул. Есть второй туалет. Есть второй туалет. Снова привет. Так же, да, так, туалетик, умывальничек. Душек, двухспальная кроватка, как я тут выключается, вентилятор. Ой-ой, что с видео такое? Так, ну а что мы стоим-то? Что мы стоим? Открыть надо. Открыли и вышли. Ну еще вот такой вот балкончик. То есть выходишь на балкончик, можешь манго себе сорвать, короче, и покушать, если оно созрело. По-моему, оно еще не созрело. Что там снизу? Ничего такого нету. Ну вот в таких вот нечеловеческих условиях, судя по всему, придется поютиться пару денечков, потом вернуться в нашу квартирку. Так, сейчас закрою. Да. Вентилятор. Сейчас я тебя выключу. Вот так вот, короче, я тебя точно выключу. Ну, собственно говоря, все страшненько, ужасненько, как говорится. Для Индии нормуль. Пойду жене расскажу. Будем сюда переезжать, нет? Так, ну и, собственно говоря, вот мы, если выйдем с этой вот халупки, которую они называют виллой города, и пойдем, там где-то фонтанчик есть, не знаю, где он там, судя по фото, он есть, короче, я не знаю, надо полазить. Я полазил, нашел, здесь есть фитнес-центр, парковка он для мопедов. Мы сейчас вот в этой части, на первом этаже, квартирка. Ну, в принципе, наверное, сюда можно будет ходить.
в бассейн. Бассейн хорошая штука. Ребятенок прям туда лезет постоянно. Так вот, бассейн здесь не особо глубокий. И вот такие вот входы. То есть вот сейчас в квартирке ровно напротив бассейна живем. Ну, придется на виллу переехать. Ладно, живем, посмотрим.